Долгое время 1 мая был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел политическую окраску и отмечался демонстрациями с плакатами передовиков производства, лозунгами и призывами. Сегодня этот праздник несколько видоизменился. На День труда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирное шествие и множество увеселительных мероприятий. Именно таким был 1 мая для мазырян и в этот раз. 1 мая – это День труда, веселье. И просто развлечений. Это очень приятно, когда все чисто, когда столько много людей, когда все поют, когда такой праздник. В парке культуры отдыха «Победа» праздник отмечался словно в семейной обстановке. Кто-то прогуливался по аллеям, кто-то наслаждался творчеством. Здесь работали многочисленные выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также несколько концертных площадок. Традиционно 1 мая в парке стартует сезон аттракционов. По каким из них мазыряне соскучились больше всего, можно было понять по длине очереди. Прокатиться с ветерком можно было и на прогулочном теплоходе по Припяти. Я никогда лучше не жил, чем сейчас живу. Всю жизнь работал, а сейчас на пенсии. Ну, никогда так я не жил, как сейчас живу. Вот у меня все. С очень хорошим настроением. Праздничным, довольный, очень хорошо все организовано, молодцы. Внучка будет выступать, вот будет петь, поэтому мы очень счастливы и рады. Гуляние в парке традиционно становится площадкой проведения различных рекламных и благотворительных акций. Новинкой этого года стали организованные предприятиями района небольшие выставки-презентации. Так, к празднованию 1 мая присоединились Белгострах, Мозырский ЖКХ, Мозырьпромстрой и Мозырьсоль. Мы решили очередной раз напомнить нашим жителям, что есть у нас такое замечательное предприятие, что много нового интересного мы производим. Вот у нас новинка морская соль. Знаем, что здоровый образ жизни пропагандируется, поэтому вот стараемся тенденций мировых придерживаться. Ну, хороший праздник, людей много. Хотелось бы поздравить всех жителей. Всего вам самого доброго, самого светлого. Мы сегодня представляем Мозырьпромстрой, потому что строитель – это самая созидающая профессия. И мы сегодня, в этот майский замечательный день, поздравляем всех жителей города, всех строителей с праздником 1 мая. И хочется пожелать, чтобы наша Беларусь, наш город процветал, чтобы экономика наша процветала. В общем, развлечения были на любой вкус, возраст и направленность. Стоит упомянуть еще о театрализованном представлении Мозырского драмтеатра, танцевальной программой с участием духового оркестра, демонстрации кинофильмов на свежем воздухе и, конечно же, развернутой праздничной торговли. Праздник труда в этом году совпал с православной Пасхой. День 1 мая в последний раз объединял эти праздники в 1932 и 2005 годах. В следующий раз Пасха и праздник труда будут отмечаться вместе в далеком 2000 1089. Илона Шапловская, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».